У меня в гостях Карен Хачатрян. Карен, расскажите, пожалуйста, с какой продукцией вы приехали на Prod Expo? Добрый день. Прежде всего, я хотел сказать о нашем предприятии. Гагаринский консервный комбинат будет отмечать в этом году 15-летие своего образования. Комбинат состоит из трех производственных комплексов. Первый производственный комплекс у нас производит молочную консервацию в большом ассортименте. Это сгущенное молоко, расфасовано в современной различной таре. Речь идет о жестибанке, речь идет о PET-бутылках, дойпак. Кроме того, на комплексе, где производим молочную консервацию, мы сейчас выводим новые виды продуктов, такие как спреды, масла. И ассортимент планируется в дальнейшем тоже расширять. Второй наш комплекс – это комплекс по производству овощной консервации. Мы производим все, что популярно, наиболее популярно на нашем рынке отечественной продукции. Речь идет об овощной консервации, об овощных консервах, таких как кукуруза, горошек, фасоль, нут. Кстати, совсем недавно мы вывели новый продукт, потому что до этого нут импортировался из-за рубежа. Третий комплекс – это комплекс по производству жестяной тары, которую мы затем используем в нашем производстве. Хочу отметить, что наша компания развивается, неуклонно развивается, и продажи растут. Мы приросли в 2019 году по отношению к 2018 порядка 30%. И хочу отметить, что нашу продукцию мы поставляем как во все регионы России, так и порядка 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому мы очень рады тому, что наша продукция открывает новые рынки, и мы в этом году также планируем выйти на новые рынки как Юго-Восточной Азии, так и Латинской Америки. Карен, скажите, пожалуйста, какой раз вы уже на выставке присутствуете, и какие надежды связаны у вас с выставкой в 2020 году? Мы присутствуем ежегодно на этой крупнейшей выставке Prod Expo. Ежегодно мы выставляем свою продукцию в виде большого стенда. В этом году мы решили выставляться в рамках Центра розничных сетей. Безусловно, выставка – это всегда большие возможности. Возможности встретиться и провести переговоры с компаниями, друзьями, партнерами, с которыми нас связывают уже много-много лет сотрудничества. И мы благодаря выставке сверяем с ними часы, что сделано, что планируется сделать. А также выставка – это возможность, конечно же, познакомиться с новыми потенциальными покупателями и в том числе с потенциальными поставщиками. Ведь мы работаем очень плотно и с сырьевым рынком. Мы поставляем сырье из совершенно разных регионов как нашей страны, так и зарубежья. Поэтому выставка – это всегда возможности укрепить и развить то, что есть, и, соответственно, создать что-то новое. Новые отношения, новые возможности, новый бизнес. Карен, надеюсь, у вас все получится. Желаю вам успехов и новых связей. И укрепления позиций. Спасибо огромное. Спасибо.